Деревянный стиль в отделке интерьера актуален всегда. Пожалуй, ни один из современных отделочных материалов не может сравниться с традиционным деревянным покрытием. Но покрытие покрытию рознь. Производители предлагают удивительные по красоте и практичности материалы из натуральной древесины и другие отделочные материалы для дома. Давайте в них разберемся. При выборе деревянного напольного покрытия многие, как правило, обращают внимание на внешний вид. Очень важно, чтобы пол соответствовал общей стилистике интерьера. Что касается сортов древесины, используемых для массивной доски, здесь пальму первенства держит дуб. Цвет этого природного материала в широком диапазоне от светло-коричневого до насыщенного шоколадного. Свой оттенок можно подобрать практически для любого решения интерьера. Со временем дуб немного темнеет, что придает массивной доске оттенок благородной старины. Дубовый паркет прочен, долговечен и устойчив к внешним воздействиям. В нашей стране большим спросом пользуется массивная доска из экзотических пород деревьев. За счет мелкопористой древесины материал не подвержен гниению. К тому же он очень долговечен и эстетически привлекателен. А еще с помощью такого материала можно воплотить любые дизайнерские решения. Определившись с выбором напольного покрытия для дома, приступаем к отделке стен. Полезный совет от специалистов – выбирайте обои не только по внешнему виду. Очень важно обратить внимание на характеристики материала и подобрать идеальный вариант для каждого помещения. Последние тенденции нескольких лет, скажем так, все-таки это экологически чистые материалы. И в обоях сейчас популярны все-таки это бумажные и флизелиновые обои. У коллекции есть обязательно этих обоев акриловое защитное напыление. Плюс, что касается поклейки, то есть прежде всего зависит от специалистов, которые наклеивают, насколько это грамотные, подготовленные, хорошие мастера. Еще один уникальный материал – террасная доска, экологичный и качественный. Изготавливается из натуральной древесины, кумару, мербао и ипе. Этой доске присущи все плюсы натуральной древесины – экологичность, долговечность, красота. При этом минусы дерева исключены. Террасный настил не восприимчив к воздействию плесени и грибков, а также надежно защищен от разрушений при достаточном притоке воздуха. Для ухода достаточно воды и щетки. Специальная обработка доски в виде мелкого или крупного репления исключает возможность скольжения даже при повышенной влажности. Лучше всего один раз вложиться, но приобрести террасную доску из экзотической породы дерева, но она вас прослушает порядка хоть до 100 лет. Выбор отделочного материала – процесс важный, творческий и очень интересный. Главное, перед тем, как определиться с выбором, посоветоваться со специалистом и досконально изучить все предложенные варианты. Тогда интерьер дома станет предметом вашей гордости на долгие годы. Компания Majestic Floor является эксклюзивным представителем голландской компании Majestic Floor, одного из ведущих мировых производителей массивной и террасной доски. Также компания предлагает огромный выбор эксклюзивных бумажных обоев. При покупке возможна рассрочка и кредит. Звоните по телефону 213-79-37 или приходите по адресу Радищева, 33, салон Majestic Floor, напротив Ленинского ЗАГСа. Сайт компании www.majestic-ural.ru.